Сегодня состоялось совещание губернатора края Виктора Толоконского с руководителями управляющих компаний региона. Главная цель – проанализировать существующие проблемы и найти решения для повышения эффективности в управлении многоквартирными домами. В частности, жилищники отметили, что из-за того, что они платят за ресурсы, воду, отопление и канализацию в полном объеме, а часть жильцов не хотят вносить коммунальные платежи, то это приводит к накоплению долгов и даже банкротству управляющих компаний, как, например, произошло с жилфондом. Так, в крае за 2015 год долг жителей составил почти 2 миллиарда рублей. Большая часть совещания была посвящена работе фонда капитального ремонта. Как подчеркнул министр строительства и ЖКХ края Николай Глушков, невысокие результаты деятельности нового учреждения были связаны с организационными проблемами, которые сейчас удается решить. Все дома, где был запланирован ремонт в прошлом году, будут отремонтированы до конца первого полугодия. И более того, в этом году капитально отремонтируют еще 447 домов. Как сказал глава региона Виктор Толоконский, подводя итоги совещания, в течение недели появится ряд распоряжений, чтобы отрегулировать ситуацию в отрасли. Что должна быть усилена нормативная база, какие должны быть тарифы. Должна быть активизирована вся работа и управляющей компании, и органов местного самоуправления с жильцами. Жильцы должны почувствовать свою ответственность и свою свободу, что они вправе решить очень много задач, как им жить в своем доме. Не должно быть здесь диктата ни государства, ни местного самоуправления, ни тем более управляющих компаний.